После 11 сентября мы ужесточили контроль. Будет команда на воде, моторизованная группа и пешие бойцы. Сегодня будет доставлена самая крупная партия экстази в истории. Те, кого мы хотим накрыть, вооружены до зубов и закон им ненавистен. Имейте это в виду. Власть белая! Власть белая! Власть белая! О, дьявол! Это нигеры! Ребята, как называется ваше подразделение? Тактическое подразделение по борьбе с наркотиками. Понимаешь, Майк, меня просто осенило. Ты послан мне в испытание. Кто-то влепил тебе пулю в зад. Да именно ты. Я к тебе попал? Да. Попали в мясо. От дырки довольно далеко. Действовать надо тактично, тонко и искусно. Ты кто, коп или манекенщик? Не злись на игрока, а причина в игре. Я злюсь на портного. То, что вы проделали сегодня, было тонко и искусно. Ты совершенно не владеешь собой. Да о чем это ты тут говоришь? Урою тебя и нет проблем! Ну, к чему такая воинственность? Я разозлился по-настоящему. Полиция! Стой! Останови машину! Лягу показал! У него останови пушка! Пристрели его! Вот теперь покажи им бляху! Плохие парни, мы сулили беду. Что ты станешь делать, если я приду? Накс-тепе, накис-накс-мекс-нокс-не-хей! Чувак, ты слова не выучил. Мы всегда только припев пели.